Всем привет, дорогие друзья! С вами, как обычно, Паша Флейзин, Леха Джейл. И сегодня мы играем игрушки по названию МГИ. Это опять онлайн с рубрикой «Сломанная дорога». Всем здорово, чуваки! Ну что ж, ребята, вам безумно понравился новый эксперимент, и поэтому мы решили записать его для вас снова. И в этом ролике мы с Лехой собрали две военные коллекции тачек из самых бронированных и опасных машин. Ну и сегодня все эти тачилы мы будем тестировать на нашей сломанной дороге. И правила вы все знаете. Мы должны проехать весь этот путь от начала до самого конца. Но есть одно маленькое усложнение. С каждым уровнем эта дорога ломается все сильнее и сильнее. Так что будет интересно посмотреть, какая машина доедет до самого конца. Но тачки у нас самые крутые. Это военные внедорожники. Также мы взяли вездеходы. Большие и длинные танковые установки. Грузовики с прицепами. Танки и реактивные тачки. А в конце мы протестируем самых гигантских роботов-терминатора. Киборга-убийца 3000. Короче, ребята, я надеюсь, что ролик вам понравится. Хоть чуть-чуть поднимет вам настроение, а вы ему за это поставьте свой лайк. И, ребята, давайте договоримся так. Если на этой серии наберется куча лайков, то следующая серия по этому эксперименту не заставит вас долго ждать. Так что, ребята, давайте наберем целых бесконечное количество лайков. А если бесконечность перевернуть, то это число 8! 8 лайков! Спасибо огромное! Ну и я желаю каждому приятного просмотра! Та-дам! Ну что, ребята, мы уже с Лехой готовы начинать нашу супер-эпичную рубрику, но перед этим... Я хочу спросить, вы готовы? А, да! Признавайтесь, готовы? Если да, добрался, влепите свой лайк! Ребята, трындец, какой он огромный! Короче, как уже все поняли и как уже все заметили, сегодня в серии мы, ребята, будем тестировать только военные тачки! Жестко! Так что серия будет очень-очень-очень-очень и еще раз очень крутой! Ну, Леха, наш первый на сегодня раунд состоит из крутых внедорожников! Тоже, кстати, военные, но какой внедорожник выпадет тебе или на каком ты будешь кататься? А, кто кстати, решает? А на каком ты будешь кататься, так я не понял. Давай подожди. Я решаю! Я хочу выбрать свою самую крутую коллекцию! Я тебе сейчас чипалаха дам. Какую коллекцию? Ребята, он в прошлом ролике был первый, поэтому я сегодня буду выбирать коллекцию тачек. Так, зеленые, так, с терминатором, либо же красные с робокопом. Это самый гигантский транспорт, который только существует. Блин, ну тут надо думать логически. Сможет ли робокоп, точнее, робокопа, терминатор, киборг, убийца проехать по этой крутой сломанной дороге? Нет, он не проедет. Нет, наоборот. Кажется, то, что он проедет, так что я выберу зеленую коллекцию. И, Леха, тебе трындец. А я на красном джипе еду. Ой, на красном джипе, да конечно. Но я еду первый, поэтому, Леха, тебе трындец. Ты меня понял. Так, ребята, возьмем мы максимально. Давай, у тебя пулеметы утяжеляющие тачки. Ой, у пулеметы. Ну и что за то? Я могу пострелять и сейчас с них. И, Леха, ты готов? Я готов. Да. Раз, два, стартуем. Все, ребята, готовим. Пока-пока, Леха. Я надеюсь, что он, ребят, доедет до синего уровня, а лучше до фиолетового. Ну ты чего? Так, давай едем, он хорошо. Это военные вездеходы, ну, считай. Ну да, не для этого и предназначены, чтобы приезжать. Может, ты упадешь, Паша? Пожалуйста. Давай, пожалуйста. Упадай! Да! Капец, ребята, серый уровень. Я думал, это фиолетовый будет. Не, ребят, ну если только первые машины забрались, ребят, это только жестко. На 30 уровень, то, пожалуйста, ребят, влепите лайк, серия будет полюбава, дай. Ну, Леха, давай, рекордсмен, сейчас я смотрю, значит, через винтовочку. Раз, два, один, газ! Стартует маленький помидорчик, мистер помидор. Смотри, рекордсмен. Так, слушайте, нормально приезжает, хорошо, так, ну, сможет ли он побить мой рекорд? Ребята, 23 на 7 уровней я все же проехал дальше. Ребята, оставляем наши крутые внедорожники и переходим же к нашему следующему раунду. Так, а я что-то не понял, а почему у тебя внедорожник больше? Это что за фигня? Ну ладно, зато у него пулемет огромный, и он сейчас упадет у тебя, и все. Трындец будет тебя. Что за обстрел? А у меня бронированная машина. Какой водитель? У тебя нету водителя, давай выходи. Можно мне водителя? Конечно, нельзя, давай ты уже готов. Жалко, без пулемета поеду. Смотри, раз,
два, три, газу! Не, ребят, слушайте, я смотрю на этого большого пельменя, и мне кажется, что он упадет на синем уровне, вот 100%. Да у тебя масса большая, ты... большая, широкая, смотри, ты весишь как слон. Фиолетовый, прыгай, прыгай! Тороги, тороги, ай! Упал. А сколько у тебя уровней, ну-ка? Дальше 24. 24? Ну, ребята, смотрите, да. Я по-любому побью рекорд, ведь это маленький халк-убийца. А я по-любому побью тебя, давай. Не надо меня бить, ты чё? Ладно, ребят, газуем, раз, два, три, и разгар. Слушайте, ну-ка. Из-за того, что у меня поменьше внедорожник, мне кажется, я смогу проехать дальше. Сейчас ты котявку получишь, если ты меня понял. Так, ну-ка, давай, не стреляй, не стреляй. Так, опа. Нет, долечу. Да ты какой? Ребят, сколько? 27! Ты надоел, давай поддавайся! О, нет, я не буду тебе поддаваться! Я буду играть по полной! Все, ребята, я занимаю большие уровни, и мы переходим к нашему третьему раунду! А вот тут да. Уже довольно-таки сложно! Кто нет, же проедет ты, дальше? О, вот как ты думаешь, кто проедет дальше? У тебя грузовик такой, а у меня больше там внедорожный джип! Причем я новее, смотри! Чего? Да мне кажется, да они одинаковые! Ты посмотри, что этот большой пельмень? Что этот большой пельмень? Ну, у тебя как будто на трактор похож, а у меня на джип. Какой трактор? Ты что это? Это вообще-то танк Терминатора. Это какой трактор? Вот всякий раз кинаешь, что у тебя мини-кубер. Просто как чуть побольше вот так вот фигня полная. Слышь ты, за трукера все получишь. Ладно, ребята, наш третий раунд, и мы едем одновременно. Раз, два, три, погнали. Мини-пукер. Давай, мини-пукер, все у меня получится. Нате, мини-пукер. Иди сюда. А что ты мне делаешь? А ты мне ничего не делаешь. Так, я буду под наклоном ездить. Ты какой, смотрите. Это моя тактика. Подожди, а мне нравится эта тактика. Я тоже буду такой пользоваться. Так, давайте приезжаем. Ай, мини-пукер там застрял. А я, ребята, пытаюсь приезжать. Да что за фигня? 26 уровень. Лёха. Это паровозик строю себе. Реально. 22. Ребята, в этой серии по-любому моя коллекция вся же круче. Но мы, ребята, переходим уже с этим мини-пукером к следующему раунду. Ой-ой-ой, Лёха, что-то сегодня себе не повезло. О, ты кто? Это что такое? Это что, да, зеленая сопля? Сопля, здравствуйте. Рукер. Чего он тут руки растопырил? Кстати, а если его протестировать на нашем эксперименте, что будет? Нет, только я могу тестировать его. Почему? Только ты. А он зеленый, значит, моей коллекции. Хотя, блин, его не было. Ребят, а давайте вы напишите в комментариях, хотите ли вы видеть супергеройскую серию по сломанной дороге. Если да, то, блин, первое, влепите свой лайк, а также напишите в комментариях супергеройская сломанная дорога. Да! Так я пойму то, что... Вы реально хотите такую серию, и я ее сниму. Погнали! Так, а ты, мистер Чебурек, давай, во-первых, сюда и баба. Оу! Так, тихо, давай, сладкий. Да проходил бы с ветерком его. Ненормальный. Да не хочу я его с ветерком. Он, ты знаешь, сколько он весит? Он мне сколько? Он мне всю машину погнет, тем более, еще паду. Зато прыгать может. Он, а как думаешь, да куда прыгает? А, ну, я не знаю, может я быть. Я думаю, серый уровень, а может рекорд. Серый? Да фиг его знает. Давай, Халк, все, сдуваю. Пока, все, давай, уходи с нашего эксперимента. Ты все. Уезжай, давай. Все, уходи. Я дыхал. Пусть он там полежит. Ну, Леха. Еду я первым, и раз, и два, и три. Погнали. Ребята, если что, у нас длинные военные тачки. У меня это... Зеленый чебурек. Кстати, а что это у меня? У меня бронепоезд какой-то или что это такое? У тебя бронепожарка. Бронепожарка. Ладно, я надеюсь, что эта бронепожарка доедет до самого конца. Давай. Я ракетами помочь. Нет, ракетами мне не надо помогать. Пожалуйста, не надо ни друга. Куда забрался? Давай, пожалуйста. Нет, пали. Да, хочу. Нет. Блин. Упал. Скид, ты как лето, блин, какая. Ах, ладно, хорошо, ребята. У меня 33 уровень. Вот чуть-чуть не хватило, чтобы доехать до конца. Я на колеса откручивал. Ох, какаха, вот специально мне его подманил. Ладно, Леха, давай. Газую. Блин, вот ты, по сути, очень тяжелый, но ты еще длиннее, чем я. Да, я не знаю. 8 колес. О, то есть он, ребята, может дальше проехать. На тебе, да. Ребята, стреляем по нему. Так, оп, попадаем. По колесам, бам, по колесам еще. Давай сейчас по колесам. Рекорд. Нет, хватит, да хватит, не да хватит! Рекордсмену. Да хватит, тормози ты! Ну, ребят! Нет, рекорд же был! Леха,
ходу, на ходу. Я чуть не упал. Пока. Ага, пока я тут еще. Ладно, ребята, оставляем тут наших рекордсменов и переходим же к нашему следующему раунду. Ой-ой-ой, ребята, а следующий раунд будет очень-очень жестким. А что я с бензином поеду? Погоди, а что я с тачками-то поеду, я не пойму. Ну, они не взорвутся хотя бы. Так, ты понимаешь, что тут раз, два, три, четыре. Четыре машины, это, ребята, X4 масса. То есть я буду тяжелее, мне это не нравится. Да-да-да, четыре машины. Ладно, Леха. Зато ты сразу на четыре тачки баллы получишь. Ой, на четыре тачки, давай, ты едешь как раз таки первый. Так что газуй на четыре. Ну что, готов смотреть, как я победил тебя. One, two, three, газуй. Давай, полный газ! В смысле? Ой. Да, паса! Ой, а ты... Как ты едешь? Я как гармону, ты едешь? Я еду! Стоять! Ты чё? Ты должен был попадуть! Ой-ой-ой, кто-то сейчас проедет до конца! Ты чё? Нет, тормози! Да как? Да как ты проезжаешь? Как ты проезжаешь? Ну как? Я не знаю! А, взорвался! Я упал одновременно! Это было эпично. Не, ребят, за такую эпичность реально надо поставить кучу лайкосов. Но, ребята, я давай поеду едь. Сейчас тоже, но я поеду сразу сейчас с прицепом. Раз, два, три, погнали. Так, сейчас заводите. Ой, ребята. Что такое? Она медленная, мне это вообще не нравится. Ладно, зато у меня 4 колеса, и я, ребята... А, у тебя колес сколько? У меня 8 колес. Ребят, даже с этим 9 получается. Такси, нет, такси. Нет, не подвезите. Уйдите, так. Давай, приезжаем. Куда забрать? Я поехал в Казахстан, давай! Саратов! Не доедешь! Ай, ой! Да, ребят, вау! Ой, а что ты что за фигня? Короче, ребят, получается, грузовики с прицепами заезжают до 26 уровня и до 21. И давайте пойдем же к нашему следующему раунду. Ну а на очереди наш следующий раунд, посвященный танкам. То есть вот эти вот опасные монстры на гусеницах, yeah! которые проедут везде, где угодно. Ну, Леха, так как в этом раунде... потому что ты меня взорвал, ты что, офигел? Я сейчас ударю это, не трогай мой танк, что-то его ломаешь. Не достанешь меня, я залезаю. Ага, не достанешь. Так, ладно, ребят, короче, садимся в наш танк, и в этом раунде мы вроде как едем. Кто едет? А, ты не сядешь, я его заварил. Стоп, а как? Подожди. Ой, ёлки-палки, офигевший, спрятал тут люк. Ладно, ребята, в этом раунде мы едем одновременно, и раз. Да. Да хватит меня бить, я сам поеду, давай. Да хватит меня бить, и раз, и два, и три, погнали. Газу! Все, ребята, адский разгон. Так не догонишь меня. Я сам иду. Сейчас пушка тебя скину, не трогай, о чем я, пушка не работает, прокованный танк. Не трогайте меня. Сэр, мистер, пожалуйста, не трогайте меня. Ой, что это такое? Не стреляй! Ты чё? Это тебе карма за прошлый раз. Ой, ты чё, проблемы? Проблемы. Ой, карма, Лёха, что-то карма кого-то наказала, мне кажется. А сейчас я... Нет, я доеду. Я тут не трогай меня. А, я себя взорвал. Серьезно, я даже упаду, чтобы на это посмотреть. Ой, ну ты даешь. Ладно, ребят, давайте лучше пройдем наш второй заезд и посмотрим, какой же танк все же круче. Все, Леха, второй заезд, ты уже починился. У меня пушка не крутится теперь. Ну, у тебя ее, в принципе, нет, я не знаю, что там собирался крутить. Короче, ребята, наш второй заезд, только тут уже без стрельбы, без тарана, без всего, просто едем. Раз, два, три, погнали. Я просто там сил. Ой, я маленький, ты удачный. У тебя быстрее так. Ну, ладно, сейчас мы посмотрим, кто будет лучше, а? Да что ты меня перекрываешь дорогу, уйди от тебя. Неправда, нет, я не стрелял. Давай, не мешай мне тут проезжать, супер-мега-крутой эксперимент. Смотри, рекорд, рекорд. Ага, рекорд, да, ну иди. Уровень мой. Да, мне кажется, наоборот, ты на синем где-то... Застрядешь, давай, танчик! Давай, до свидания! Я остался, подождите, так, давайте газуем! Help me, please! Да мне бы самому кто-нибудь помог бы, помогите! Раз, давай. Два, три, прыжок! Нет! Я назад упал! Я, кажется, застрял, я еще застрял, нет, ребят, давайте перевернуть! Я бы попал больше, получи! А я вот сюда застрял, помогите кто-нибудь! Так, ладно, ребят, сейчас нам нужна чья-то помощь. Помогите мне, пожалуйста, мистер! Я еду! Ладно, нет. Короче, ребята, мы остаемся с вами на этом. Вау! Уровне. Так, и это у нас 17. 17! Ладно, оставляем тут наш танк и переходим же к нашему следующему раунду. Вот сейчас я тебя по-любому выиграю. Там ты на 1 балл оторвался, но сейчас у я по-любому... У меня машина-паук. Выиграю. Так, а у меня Бэтмобиль, моего любимого супергероя Бэтмена. Да, кстати, ребят, если вы хотите супергеройскую серию, то пишите супергеройское словно... Ой. Дорога. Ты
Чё? Иди сюда. Красный индюк, давай тут это самое, убери свой хобот. Так, ладно, это карма. Я тебе постреляю сейчас, если что, ты меня будешь стрелять. Ладно, готов? Раз, два, три, я еду первый, погнал. Да, до свидания. Все, ребята, уезжаем. Так главное, чтобы он нам там не стрелял и всякие подножки, подложки не делал. И сейчас, ребята, раз, два, три, ускоритель, еще раз съедаем и... Воу, воу, хорошо, хорошо. Ты чё, не говоришь, что доехал? Нет. Подождите, подождите, требую второй реванш. Так, Леха, ты пока можешь ехать. Так, и ребята, я там, я там затупил. Давайте посмотрим, насколько крутой этот чебурек. Я паукан, паукан, паукан. Пауки пауку. Ты, кстати, это, тачка Человека-паука. Я вспомнил. Да, кстати, я на том же месте. Поехали это по второму реваншу. Делаем, короче, ребят, потому что, по сути, мы можем использовать этот ускоритель бесконечное количество раз. И вот тут надо, главное, поймать тот момент, когда его можно использовать. Так что сейчас мы берем, заезжаем сюда. И, Леха, ты готов, скажи мне? Да, я еду. А ты как забрался? Она прыгать умеет. Это еще круче. Да, ты какаха. Ладно, на счет три. Давай еще вместе. Раз, давай. Два и три. Погнали. Давай, до свидания. Я буду использовать ускоритель только вот несколько раз. Вот сейчас. Я на 30-й использую. Вот тут. И раз, и два, и три. Давай. Да, подлетел. Подлетел. Тихо, нет, не подлетел. Я падаю, стойте. Пожалуйста. Почему? Блин, ребят, ну это вообще нечестно. Да, против меня. Там всего лишь не хватило 2 миллиметра. Я сам видел. Да. Ладно, сейчас я долечу. Раз, три, погнали. Давай, Конкорд. Ребят, там реально там 3 миллиметра не хватило, чтобы долететь до последней ступеньки. Нубик. Ладно, я Флейзинатор 3000. Сейчас пройду. Все, слышь ты, Баллатор, я самый крутой Флейзинатор. Давай. Это подстава. Это как? Да! Ну это старт, офигенно! От одного не доехал. Это эксперимент, смеется надо мной. Ладно, ребят, я использовал свою попытку и остаюсь ровно на 34-й ступеньке. Короче, давайте перейдем уже к нашему предпоследнему раунду. Предпоследний раунд, что, ребята. И получается, на последнем раунде мы будем на этом Терминаторе Киборге убийца или же... Робокоп. Ребята, смотрите ролик до конца. Вот осталось реально совсем чуть. Ну а тут, ребята, наши танки будущего, как уже Леха нам сказал. И Лех, мне кажется, тебе хана, ты меня понял, потому что... Сейчас это расплавлю. Ты чё? Я поехал пока. Да давай, едь. Ой, а чё такой медленный? Можешь... Мега-скорость! Ладно, друзьям, как говорится, помогай. Так что давай, помогаю. Ой! Посторонись! Ладно, я помог, ребята, я зато помог. Давай. Посмотрим, насколько, ребята, он хорошо проедет это все. Я могу отлично проехать. Ой, главное меня не подталкивать. Сколько уровней? 14! Ребята, это... Я думал, будет больше. Я думал, может, ты там до 25-й, до 26-й. Чё, он как нафигово едут по дороге нормально. Это потому что гусеницы, ребята, они тяжелые, они от танка. Ну, вот тут, палочки. Ребята, уже колесики. Раз, три, погнали. Да нам я по-любому, ребята, вот проеду и вообще заберусь до серого уровня. Так, ребята, давай, вообще. Жук-вонючка. Слышь, ты жук-вонючка, ты жук-пердун, ты меня понял. Я термоядерный пельмень. Ты не доедешь, ты не радуйся, не радуйся. Да, я доеду, давай. Серый, пожалуйста, давай. Что ты, гусеница? Блин, меня уже это все раздражает. Почему ты не доехала? Пока тяну. Я, ребята, остаюсь на 33-м уровне, и мы, ребята... Застряли. Выпустите меня, пожалуйста. Я еще застрял. Короче, ребята, мы приходим к нашему следующему последнему раунду. Финал, которого все так долго ждали. Это Робокоп против Терминатора. Киборг-убийца. Нифига себе, ты что, это полегче мальчику. Вау. Я приехал. Ребята, лагающий Робокоп. Да ты там пока что полежи. Так, хватит. Короче, ребят, давайте лучше сядем нашего Терминатора 3000 киборга-убийцу. Так, садимся мы. У тебя полная. Подожди, секундочку, у меня персонаж застрял. Стоп, секундочку. Как его сядь-то? Так, ну-ка, ребят, сейчас. А что, проход не найдешь? Подожди, я проход нашел. Все, Терминатор киборга-убийца готов в бою. Знаете, котлета. Не застрял. Вот проезжаю. Вау! Тоже застревает. Нет, я нормально все проезжаю. Ладно, ребята, протестируем. Чавы круче. Ирака, ты готов? Значит, три. Раз, два, три. Погнали. Натяж бан. Так, ребят, давайте лучше его пропустим, потому что он лагает.
Сейчас я его подстрелю, ребят, секундочку. Надя, бам! Ой, подбили! Я взлечу! Ты думаешь, я взлечу? Ладно, ладно, давайте там взлетаю! Ребята, вы посмотрите! Вы реально посмотрите, как этот робот-терминатор проезжает все! Ему мой вообще... проходил все эксперименты! Да, это фигня полная. Ребята, вы посмотрите, моему вообще терминатору пофиг на эти сломанные дорожки! Он вообще идеально все проезжает. Давай вот так вот. Я уже два раза успел упасть! Давай, ты там пока что падай, а я, ребята, буду наблюдать. Ты летающая корова, ты что, уйди? Уйди отсюда, это же ненормально. Так, ребят, давайте проезжаем пока что. И давай. Я сальтуху сделал. А я упал. Да, кстати, а как? Подожди, он реально упал. Блин, 32, 32. Упал. Подожди, даже не 32, у меня 26. Вы что, издеваетесь? Ребят, нет. Блин, я думал, он будет больше. Я смухлевал, капец, я пролетел. 26. Ну ладно, тоже ничего. Алёха! Алёха Лепёха до конца доехал. Вот ты, блин. До конца. Ладно, ребят, получается, сегодня в серии мы протестировали все военные тачки. И давайте подведём уже наши результаты. Ну что, ребята, мы с Лехой подвели итоги сегодняшнего ролика. И получается, первое место занимает у нас Робокоп, занявший 35-й балл, 35-й уровень. На втором же месте у нас Бэтмобиль Бэтмена, занявший 34 балла. Ну и наше третье место занимает Ультратанк из будущего. И вот это бронебойная пожарная машина, занявшая 33-й уровень. Ну и, ребята, данный ролик у нас подходит к концу. И если вам видосик понравился, эксперимент даже добрался, влепить ему свой лайк. Ну и также про Леху Джела не забываем, ссылочки на него в описании. А, кстати, если вы хотите, чтобы мы протестировали супергероев, то влепите лайк и напишите «Супергеройская славная дорога». С вами был, как обычно, Паша Блейзин, Леха Джел. Всем удачи, всем пока, народ! Всем пока, чуваки! Кстати, друзья, не забывайте то, что по ссылочке в описании вы можете найти мой телеграм-канал, где я общаюсь с подписчиками и также рассказываю про свою личную жизнь. Так что ссылочка в описании. Телеграм. Да-да.